Так только что пришла новость о том, что в Донбассе при освобождении Маринки убиты наемники и определены их документы. Наемники из США, я зачитаю, это капитан Майкл Хафкер, лейтенант Логан Шрум и лейтенант Крус Тоблин. Как сообщает представитель Донецкой Народной Республики, они прибыли из штата Техас и воевали там в Донбассе еще с 2018 года. То есть офицеры американские были наемниками. Вот такая информация. По моим данным, я хотел обратить внимание, что уже погибло более 6 тысяч наемников. Вчера Александр Сладков сообщил, что по его данным, на момент начала российской специальной военной операции, на территории Украины находилось 10 тысяч наемников из НАТО, инструкторов НАТО, и 4 тысячи из Соединенных Штатов Америки. Ну вот первое доказательство участия прямого американцев в боевых действиях и в обстрелах жутких Донецка есть. Госдепартамент США сразу заявил, что он ничего не знает, не обладает никакой информацией об этих офицерах. Спасибо за внимание.